Доверчивые граждане, надеясь получить денежную прибыль, лишились 24 миллионов тенге. Потерпевшие обратились в полицию для возврата своих средств. В текущем году в Акмолинской области зарегистрировано 4 факта создания финансовой пирамиды. К слову, за аналогичный период прошлого года 2 факта. Жители города Кокшетау в получении высокой прибыли вступили в приглашение в мессенджере WhatsApp участие в финансовой пирамиде, благодаря которой подозреваемое лицо, заработав 24 миллиона тенге, скрылось, перестав выходить на связь. В настоящее время лицо, совершившее преступление, установлено, проводится следствие. Хотелось бы предупредить жителей города Кокшетау о том, что не нужно подходить к принятию финансовых решений, не поддаваться на уговоры мошенников и других вкладчиков, которые преследуют цель получения быстрых выгод. Аслан Баймагамбетов, Павел Соловьев, Фархат Есмагамбетов, Кокше Акпарат.